шахматном клубе «Виктория» прошел турнир, посвященный участнику Великой Отечественной войны Александру Османову. Около 20 юных шахматистов соревновались в мастерстве и скорости мышления. Первое – это спортивное мероприятие. Второе, я считаю, что это и патриотическое мероприятие. Перед турниром мы рассказали ребятам, кто такой был Александр Османов, что он сделал, где он воевал и так далее. Поэтому я желаю всем участникам данного турнира хороших результатов. Играли по швейцарской системе. Всего 11 туров, 3 минуты на партию. После каждого хода время на следующий увеличивается на 2 секунды. По итогам соревнований победителей наградили грамотами и памятными призами.